Посмотрите, как встает солнышко. Какая красота. Не знаю, на эту камеру возьмет, нет. Морозное утро, и поднимается солнце. За лесом встает солнце. Такая вот картина. Субботнее утро. Скрипит снег под лыжами. Сегодня 15 декабря. Мы отправляемся в лес. Мороз. Вот мы сворачиваем сюда. О, хорошо, тут снегоходами раскатали все. Прекрасно. Все обледенело. В городе все деревья у нас укутаны белым покрывалом. У нас какой-то прошел ледяной дождь или изморозь. 4 миллиметра. Жалко, я там не сняла. Я думала, тут так же будет. Кто-то проскакал, пробежал. Вот сюда. Вот следы. Всем привет! Сегодня 15 декабря. Мы поехали в лес. Вот МЧСка опять нам прислала смс-ку, что страшный какой-то ледяная изморозь. Ну, в городе так и есть. Жалко, я не поснимала, очень жалею. Думала, здесь так же будет и красоту поснимаю. Вот, но здесь что-то я никакой изморози. О, и солнце встает. Вообще скоро, блин, весна, ура! Вот, не знаю, по елкам это видно, нет, что внизу темно, а вверху озарено солнцем. Так что вот, сегодня мы поехали покататься по лесу, пожечь кострик. В общем, провести время. У нас минус 13, но мне кажется, в лесу все 15 или 16. У меня уже рот застыл, говорить не могу. Все, поехали. Иду вот по снегоходной. Вообще не проваливаюсь, ни грамма. Сейчас пока надевала лыжи, справа от нас было 3-4 выстрела. Охотники, видимо, вот там вот. Сейчас опять был выстрел. Так громко. По всему лесу разнеслось эхом. Надеюсь, нас не подстрелят. Очки что-то вообще запотели. Пластик у меня никогда не запотевал. Я не знаю, что такое. То ли вот это природное явление, это изморозь какая-то сегодня. Вот, все очки запотели. Я иду, ничего не вижу. На ощупь. Ну вот. Снег с утра шел такой сильный. Мы вышли, еще темно было. И вот эти вот стоят шапки деревьев заснеженных. И звук такой гулкий какой-то был, как под колпаком. Вот честь, так жалею. Чего ж я не сняла-то? Я думала, ай, в лесу сниму. А вот не надо было. Надо было сразу. Небо вон там голубенькое. Мы идем в гору. Кажется, что по прямой, на самом деле приличная такая гора. Во, выруливаем, и там виден другой лес и другая речка. Я забыла, наше по плану было под лес. Ну да. Там накатано вон вроде бы. Есть что-то немножко. То ли снегоходная, то ли лыжня какая-то. Хочется вон в тот самый дальний лес на горизонте. Я поняла, это не запотели они. Это лед. Вот это сегодня обещали-то нам. Намерзание. Вот оно тут намерзло. Сейчас только счищать. А я думаю, что у меня очки? Они никогда не запотевают.
Сейчас буду счищать. Я вот счищала, но не отходит совсем. Видно, нет, там все в лыжнях или в снегоходных. Ну хорошо, туда можно, значит, ехать. Все в какой-то дымке. Короче, нереально. И там мама в гору идет. И снова все у меня. Обледенели очки снова. А мы сейчас уходим направо. О, что-то смолой какой-то или костриком пахнет, как будто бы. Может быть, это оттуда там из деревень тянет. О, сейчас под горку, так вообще круто. Вот можно через речку идти в тот лес. Но сегодня план другой. Сегодня план варить. О, зайчикин след. Вот спрашивают, кто у нас тут водится. Вот. Сейчас, я что-то. Вот он. Видно, нет? Вон туда цепь пошла. Вот, вот, вот. Так. А здесь, если видно на маленькую камеру, по краю леса идет вот тропа. Ну, тут или лисички, или собаки. И здесь вот все то ли мышковало, все в таких следах попрыгунских. Тут вот тоже тропка. Но это все уже животные, тут людей уже не было. Все цепи. Вот проскакал зверюга. Видите, прям видно ножки. Чик-чик. Я пойду по тропе по этой. Там. Но это уже не люди. Вот еще заяц проскакал. Сейчас покажу. Тут уже охота. Вот. Так. Тут есть, конечно... О, как глубоко. Нет, надо по тропе идти. Вот по этой. Чуть в сторону и проваливаешься. Вот след тоже. Приближаемся. О. Ну, все, конечно, красиво. Елки все вот в этой изморози. Деревья. Оно местами, видимо, где-то больше, где-то меньше. Там солнце. Вот еще зайчик. Чик-чик туда убежал. Вон туда. Не видно. Вон туда. Они там эти кору жрут. А вот эта тропа звериная пошла под елки. Чем плохо по звериным тропам? Они там в щелочку какую-нибудь вылезут. А ты там не можешь. Мы пойдем вот так в обход. И, о, там тоже вон, солнечное чуть-чуть. Смотрите, елки отсюда видно нет. Они как будто искусственные. И вот эта изморозь-то. Она не сходит даже. Ее не стряхнешь так-то. Как будто пенопластом обклеено все. А в городе это все сантиметр с такими кучами налипнуто, как красиво. Как сказка. Вот. Ладно. Пойдем туда. У них тут проспект. По этому проспекту пойдем тихонько. Под горку. Ну, катиться лишь бы. Тут вон круг дала. Небольшой. Туда вон проскакал кто-то. Так что зайцы тут есть, лисы есть и мелкие эти мышеобразные всякие. Вон туда кто-то поскакал тоненькими ножками. Если затаиться... О, свежий вон зайчий след, сейчас покажу. Вот, мы к нему подошли. Пушистый снег-то такой. Вот наискось туда пошел. Вот такие у них тут гонки происходят, когда нас нету. А вот кто-то тоненький бегал. Сейчас круги наматывал. Вот. Видно, нет? Тик-тик-тик-тик-тик-тик. И туда. Не знаю, наверное, ничего не видно. Вон заяц тоже скакал. О, туда. Видно, да? Вот сейчас мы на его след выйдем. Вот зайчи. И вот. Ой, подо мной трещит. Туда тоже вон. Так, все, в лес пойдем. Тут кто-то ползал на брюхе. Не знаю кто. Вот это я не понимаю, эти следы. Кто-то проваливался.
Я вот лосины и не понимаю, где лось ходил. Вот заяц прыгал. Так. Все. Здесь вон тоже кто-то прыгал, скакал. Вот тоже свежие прыжки и ужимки. Тут он прыгал. Вот это заяц точно. Вот тык, тык, тык. Вон. Это не знаю кто. Вот так вот, ладно. Все, пока отключаюсь. Ну ладно, вот еще до елки доедем. Вот она, видите, какая? Как на очках на моих. Вот здесь вот видно получше. Они такие кажутся искусственные, не зеленые елки-то. Ой, тут холоднее, по-моему. Тут все, наверное, 16. Ладно, мы разогрелись. Хорошо. Вон, какая высь. Вот это белка. Ножки белкины. И туда, к дереву. Тоже белка. Ноги белкины. О, слышите подо мной? Пусто. Этого я боюсь больше всего. Болот всяких. Вон, какие свежие. Вообще сегодня кто-то, видать. Может, ночью. Где же они вот под кустиками-то сидят? Так интересно. Смотрят на нас. Что зайцы-то и сейчас белые, их не увидишь. О, еще белкины ноги. Вот туда. Вон туда пошла. Вот еще зайчий след идет параллельно. А это, видимо, охотник ехал, потому что нету от палок по бокам. Они на широких лыжах, и у них они без палок ходят. Вот ножки тоже белкины. Вот за моими палками там. Ой, ой, ой. Ой, здесь так, ладно, решили еще дальше пройти. Там что-то дров мало. Пойдем. Ой, смотрите вообще, как наросло. О, палка-то маленькая какая, оказывается. Прямо как пенопласт какой-то искусственный. Опа. Ой, даже непробиваемый. О, вот представьте такое на голову, оно прям спрессованное. Ну-ка. О, вот это бомба. Спрессованное прям. Упадет, так почувствуешь. О, белка пересекала дорогу тоже. Не сегодня. Так, сейчас вот под этой штукой проехать. И чтоб нас не завалило. Камеру буду не сдержать. Ура, не завалило. Так. Вот. Видите, нет палок. Дырок от палок. Значит, это были широкие лыжи. Вон еще. Чик. Белочка скакала. Но вот это я не могу мимо пройти, чтобы не... Хоп. Мимо. О. Тут он кто-то скакал тоже. В общем, жизнь кипит. Тут вообще что-то следы, следы, следы. Ой, здесь как будто забор, стена. Вот здесь будем. Здесь остановимся. Так, мы остановились на стоянку. Вот уже сколько расчистили. Сейчас покажу. Все тут. Все тут расчистили. Так, вот сколько мы уже тут все расчистили. Кострик тут сделаем. Там сидеть, наверное, будем. Тут такая стена из елок. Там кто-то... Ну, туда я ходила уже. Вот. Тут тоже я топталась. А вот это уже какая-то живность скакала. Это я тут ходила, это уже не я прыгала.
О, глубоко. Вот. Это тоже. О, прыг-прыг. Так, ну вот. Отдыхаем. Сейчас будем кострик делать. Там наши следы. Оттуда мы пришли. Ну, мама, как всегда, костром занимается, а я просто гуляю. Мама наломала дров, сходила, развела кострик с одной спички, пока я тут птичек разглядывала. Сегодня холодно. Минус, наверное, вообще уже 15. У меня ноги замерзли. Хотя на мне шерстяные, тонкие и средние носки. Но у меня уже замерзли ноги. Сейчас будем греться. Так я хожу. А вон неси, согреешься сразу. Еще дров надо? Ты что? Это мало будет? Ну, ладно. Ладно, пошли за дровами. Ой, там все в дымке. О, пойдемте солнце смотреть. Я уже, правда, тут ходила без камеры. Я иду, кстати, нормально. Ай-ай-ай. Так, капюшон сразу. А то зацепляюсь. О, вот оно, солнышко. Так, косо держу. Вот оно, солнышко. Слепит. Ура! А вот там-то точно все в изморозе. Надо было черную камеру взять сейчас сюда. Ладно, мы потом на лыжах сюда сгоняем. О, вот мы куда вышли. Ой, ноги пора загреть. Туда вставать нельзя, там провалишься. Только на лыжах можно. Все-все белое. Вот там, да, видно вот эту изморозь. Тут видно прямо Ой, провалилась. Солнышко освещает. Так классно. Уже чувствуется, что скоро начнут прибывать дни. Что январь. Ну, правда, у нас солнце на лето, зима на мороз. У нас начнутся морозы. Ну и ладно, зато будет солнечно. Будем выращивать на окошке лук. Я стою тут, как знаете, Петр Первый пришел в город посмотреть, где построить. И я такая же стою. Ладно, пошли за дровами. А то там не хватит. Так. Он тоже хорошая елка. Ой, так я ее и возьму. Если смогу, сразу принесу целую елку. Во, сразу целое дерево. О, как видно, прямо из-под меня солнце видно, да? Освещает дорожку мне. И мы входим в лесной сумрак. О, ноги разогрелись. Вон наше стойбище. Так, наклоняемся. А? Но в костер не буду кидать. Ой, я думала, у нас здесь стойбище-то. Фу ты. Вон еще как далеко идти-то. О, какой большой огонь. Кстати, после того, как Герман Трубицын сварил пельмешки в лесу, в их казахстанском или казахском, не знаю, лесу, мы тоже решили не отставать от Германа. Я вчера лично настряпала пельмешки маленькие, потому что это наша национальная, можно сказать, еда, пельмени. И мы тоже будем варить пельмени.
котелок. Наливаем в него водичку. Мы могли и не брать, в принципе, снега полно чистого. Но что-то взяли воды, тащили. Мало. Остальное снегом доберем, наверное. Пошла я снегу накидаю еще сюда побольше. Это моя ложка, походная копалка. О, я вам сейчас что-то покажу. Ура! Как же я это забыла? Сейчас я отойду в сторонку. Ты там маманя дерево тащит целое. Я купила в те выходные вот такой вот хорошенький ножичек. Не знаю, видно, нет? Маленький, легонький, с такой штучкой. Уж надеюсь, его-то я не потеряю. Смотрите, как он открывается. Делаем так. Нажимаем на кнопочку. Сейчас покажу. Вот он. Хоба! Вот такое вот классное лезвие. Чехольчик это мне. Это наш, мы опять в наш любимый магазин, где все это охотничье, рыболовное продается. А закрывать вот так вот. Нажимаем. И вот так. И вот так вот раз, чтобы он не открылся. Открываем так. Хоп. Так, и опять нажимаем. И вот так. Такой хорошенький ножичек. И так его раз. И в чехольчик. Хоп. Главное мне его не потерять. Тем временем мама делает... А, я же пойду в это, снега наложу. Да, уже пора. А то воды-то мало. Я пойду снегу наделаю. А, посолить, да. Что, вот столько хватит? Вот столько? Хватит. Ой, да, хватит. Куда столько-то? Скорее, скорее. А то кончится костер. И мы не успеем сварить. Палок-то в лесу полно. Вот сока нормально? Потом попробуем. Ну ладно, да. Я потому что с бульоном буду есть. Ну а ты поставь. Что не стоит? Наискос воткнем и висит по свечам. О, солнце-то, смотри, вышло. Все-таки. Ну-ка. Вон оно прямо виднеется. Видно, нет? И так красиво осветило все. Ура! С Новым годом! Ура! С Новым годом! Пельмени мы уже забросили. Что-то я не сняла этот момент. Я сижу, жду. Где моя большая ложка? Я сижу уже, жду ням-ням. Ой, как красиво светится. Светит солнце оттуда. По коридору по такому. Поедим и поедем туда. Сегодня снег-то примяло хорошо, можно хоть куда уехать. Сама помешает. А потом пельмени-то уберем и эту палку еще, да, добавим. Конечно. Чтобы это погреться еще нормально. О, как хорошо кипят. Ну, кипят, ага, нормально. Я думала, жару мало. Не, жару-то там нормально. О, крышку поднимать. Ну, надо. А можно открыть. Давай без крышки. Не, хорошо они там. Не прилипают, ничего, нормально. Самодельные пельмешки. Свинина, курица. Ну, ты костер, а я пельмени вылавливать. Думаешь, уже сварились, да? Конечно. Ой, только чтобы эти на меня не летели. Мне кажется, еще надо было варить, нет? Mm-hmm.
А это я могла бы из котелка прямо есть, если что. Я люблю и со сковородки. Тебе побольше, а мне поменьше. Ладно? Так, все, давай, а то у нее остынут мгновенно. А сверху я налила вот этой штуки. Это я сделала хреновое, майонез и сметана. Ты мне маловато положила приправы. Да. Она мне девать все равно некуда больше. Кострик наш. Не было ведь дыма тут. Пошел ко мне дым. Можно не подкидывать, если что, больше-то. Так красиво, Лома, да? Смотри, это светится, да? О, вот эта елка так освещается красиво. Верхушка. Всех с Новым годом, с наступающим! Ура, товарищи! Скоро Новый год! Смотрите, как тут все подтаяло красиво. И здесь. Вот наш уже заканчивается костер. Мы уже поели, все упаковали. Жалко так его оставлять, уходить с этого места. Сейчас вот то. Да, сейчас самые угли. Картошку печь или что-то делать. Шашлыки делать, самое то сейчас. Мы небольшой букетик сорвали вместо елки нам. Сейчас это у нас шнурок специально. Есть. Где он шнурок-то? Вот. Завязать. Это с кошкой играли, так и не оторвали. Вот что-то. Упал. О, букетик небольшой. Букетик. И рюкзак. А можно? Мы иногда такой шнурок тут привязываешь вот так вот. И здесь это хвост из елок такой. Вот. О, все, как раз огонь догорел. Да я его заваливаю. Все, рюкзаки надеты. Кострик затушили. Ну все. Это наш стойбище. Поедем дальше. Немножко покатаемся еще. А то стоять-то холодно. Надо двигаться. И вот мы на лыжах и идем в путь. Крепчает, видать, мороз. Потому что всегда к Николину дню морозы бывают у нас. Вот. К Николаю Чудотворцу бывают морозы. Пойдем на поле, посмотрим, что там. Куда-нибудь поедем еще, может, придумаем. Это я до сюда доходила. Мои следы. О! Царство снежное. Царство. Какая красотень. Настанет день и час, любовь к тебе придет. Зови, зови. Где встретишь ты ее, не знаешь наперед. Темны пути любви. La 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 la.
Ла-ла-ла-ла, темны пути любви. Не слышен ее шаг, неведомы черты, таинственный язык. Но вот пришла любовь, ее узнаешь ты, ее узнаешь ты. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, узнаешь в тот же миг. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, узнаешь в тот же миг. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, узнаешь в тот же миг. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, узнаешь в тот же миг. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Бум-бум. Вон кто-то карабкался-то. Ага, вот где ты стоишь, смотри. Кто это был? Ну, заяц? Ну, не заяц тоже. Так красиво эти штучки, как льдышки, как бриллиантики. На солнышке, так красиво все это. Идем не знамо куда. О, все обледенело. Не знамо куда. Так, проехать. О. Ну ладно, куда-нибудь да может быть. Выйдем. Вот еще. Вот это заяц был точно. А это за ним кто-то. Ну, классно мы придумали по этой идти. На рождающийся вновь лес. Следы. И я по этим следам. О-о-о-о. Классно. Красота какая. Лепота. Короче, ехали, на чье-то стойбище наехали. Смотрите, тут все до того вытоптано. Там вон кострище у них было. А мы думали, она куда-нибудь нас выведет это. Вот, видите, тоже. О, так оно все еще дымится. Это сегодня, что ли, кто-то или вчера был тут. Смотрите, она до сих пор дымится. Так это сегодня кто-то ждать был. Видно вам, да? Дымится еще. Вот. Ой. Сегодня или со вчерашнего, что ли? Ну и что, и куда мы тут поедем? Через этот лес неохота. Так. Сейчас покажу еще грибы. Смотрите, вообще прямо топтаны капитан. Ну, а давай. Так это не зимние. Это эти. Трутовик серно-желтый, что ли? Ой, мне его не вырвать. Он каменный. Нет, ну смотри, тут прямо проспект выкопан. Туда. Может быть, там на дорогу. Ну-ка. Верес, запомни его. Потом летом сюда придем. Хорошо, что... А тут следы птичек. Маленькие следы птичек. Видно вам, нет? Вон, какие холёсенькие. Или кто это? Мыши, точно. Это не птицы. Вот вереск. Вересковый мед. Малютки, медовары. Ой, а здесь-то этих следов миллиарды. Сейчас я вам покажу. Лыжи, блин, мешают, но не буду снимать. А, так тут, наверное, ома. Знаешь что? Ловушки, наверное. Кормушка вон. Смотрите, вот это ножки, да, видите? Тип-тип-тип. А здесь, видите, что? Так, блин. Сейчас охотник придет у нас. У него тут какой-то схрон. Ладно, я не буду тут. Там какой-то схрон. Идем отсюда нафиг. Нет, ну это классный такой. Вон туда тропа идет. Вереск. Прикольно мы тут разведали. Надеюсь, мы на берлогу не наедем. Не разбудим медведя.
У него даже стул вон тут есть, видите? Сидушка своя личная. Он, видать, не один раз сюда приходит. И тут прям проспект выдал, блин. И туда идет. Но там-то река. Я и думала, куда эта дорога? Тут речка. Вон у него к елкам тоже проспект. Прям вытоптано. Он приходит сюда, видать, предаваться мыслям, созерцанию природы. Так что ладно, ну мы тут еще одну своротку знаем. Только там, блин, лыжни-то нету. Или сейчас уйдем на свою опять лыжню. Вот. Может, этот и стрелял, мы когда слышали-то. Все, у нас, если видно, да, деревья-то лиственные белые, бело. Так, ладно. Идем по своим же следам. Прикольное мы место разведали. Вот, если... Слушай, что, пойдем? Нет, вот по этой? По болотине-то? Нет? Ну ладно, вот там, если что, можно. Мы зимой-то ведь хаживали там с тобой. Ладно, пойдем на солнышко. Красотища. Вон. Вот здесь один раз давно мы делали стойбище, но снега было по шею. С той стороны мы заехали вот под эту гору. И мы там вырыли яму метровую или полтора метра. Помнишь? О, воспоминания какие. Вот там вот в елках, за бугром за этим, мы выкопали яму большую в снегу. Если сверху доски сделать, то будет берлога. И припорошить все это снежком, и ночевать можно. Вот, вот это кто прыгал? Заяц. Вот моя тень на снегу. Ладно. Снег прекратился хоть. Это утром такой был снег. Ой, эти так красиво льдинки-то на деревьях. Бриллиантиками прямо. Видно, не видно. Отсвечивают. О, солнце греет прямо через штаны тепло. Вот, смотрите, зайчик прыгал. И вон туда. Может, дядька охотится на них. А может, это просто лиса гоняла их тут. О, какие бумки. Бумки, бумки. Прям, ой, это вообще такая толстенная. Ух ты! 1000 тонн! Как в сказке Морозко прямо. Мороз и солнце, день чудесный. Мороз 10-градусный, трещит в аллеях парка. Нам весело, нам радостно, и на морозе жарко. Вот тоже, по-моему, заяц скакал. Дышится идеально. Настроение бодрое. Ой, это вообще, смотрите, все. Ой, смотрите, как пушистенько прямо. Я иду. И так вот. Такое вот все прекрасное. Ух ты. Пойдем Ому догонять. Небо голубое-голубое. О, смотрите, сейчас я ее подцеплю. Так. Ух ты, сосна. И кап, и как она... Ой, на голубом-то, посмотрите, как красиво. Голубое небо и сосна. И подо мной пустота. А это синички. Тень-тень-тень вон там. Вон это кто-то дал галоп такой. Вон туда кто-то дал галоп. О, какая елка огромная. И там вон шишки. Там, наверное, клесты. У них должны детеныши вылупляться. Морозы декабрьские. О,
сейчас по лыжне, это по своей как здорово. Все. Входим под сень дерев. Проезжаем наш стойбище. От него никаких, только вот эта елка недожженная. И все. Вверху солнце играет. О-о-о. Нормально тут вообще разгончик можно дать хороший. Так, осторожно. О, белка скакала. Так, хоба. Ух, хаткость сегодня хорошая вообще. Хорошо мороз-то. И огонь горел. Ой, оба, сейчас я тебя задавлю. Ну, там просвет уже виден. Так бы ехал и ехал. А мы пойдем вот сюда. На солнце. Вперед. О, зайчик. Чик-чик. Это мы что, так ехали? Даже я думала, мы вон туда. Ладно, пойдем в объезд. Пофиг. В гору иду. Такая у нас сегодня классная предновогодняя поездка, потому что до Нового года остались одни выходные, следующие. Там, может быть, не получится в лес. Я говорю, надо обязательно в эти выходные бы съездить, и мы съездили, слава Богу. А там, может быть, будем прибираться или там покупать что-нибудь, или, может, и пойдем даже и в лес, посмотрим, какая погода будет. Какие классические зайчьи следы. Сидит такой и наблюдает, наверное, за нами. Прекрасная погода. Хорошие деньки. О, это изморость на солнце, смотрите, облетает. И как будто снег идет. Видно, не видно. А на самом деле это вот солнце. Я так и думала, что солнце выйдет и все это облетит. Так, сейчас в горку. Елочкой. Ой, как красиво все. Смотрите, вверху. Вон что. Бриллианты. Золотые. Нет, серебряные. А дальше вот так. Красота. А елка-то, елка, видно, нет, такая вся. Здесь все обледеневшее тоже. Как красиво. Ой. Просто обалденно. Солнышко, ура! И тут такие красоты. Красотища. Там зелененькая. А там все в дымке. Далеко. Не видно ничего. Морозная дымка. А может быть, снег с деревьев опадает. Вот зайчик еще прыгал. Так, мы идем под гору. Там
Не знаю, надо будет лыжи снимать ведь. Затормозить вовремя с одной рукой-то. Скрип да скрип. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Всем удачи. Чтоб что-то хоть одно сбылось. Чтоб все дожили до следующего года. В общем, нормально отдохнули. Кто-то 10 дней, кто-то меньше. Вон, из лесу идет тропинь. Так, сейчас надо затормозить и снять лыжи. Так, спускаюсь пешком. Вон какие, смотрите, экземплярчики. Так, не провалиться. Там сережки такие висят. Красота. Спускаемся в долину речки. Да, тут прям все утрамбовано. Без лыж можно. Удивительно. Ну, это не было метелей, конечно. Хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Так. И вот мы выбираемся наверх. Не знаю, в этом году последний наш поход лесной или нет. Не делаю никаких планов. Я вообще не знаю, как люди по плану выкладывают ролики. У меня все спонтанно. Ой, солнышко. А там и Маня. Так. Ой. Спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Рот замерз. Всех с Новым годом еще раз. Всем удачи, всем пока. Смотрите, норка и следы оттуда. И здесь также. Там норка. И следы. Ну, тут она и забегала, и выбегала. Так, ну все, мы выходим на дорогу. Ой, вообще, какая красота. Солнце прямо сразу настроение прибавилось. Вышли мы на дорогу. Там солнце. Пойдем не спеша до деревни, там на автобус. Ой, ноги прямо греет, чувствую, сзади пригревает. И такой вот солнечный вид, красные наши тени, искрится снег, как будто март месяц. Такой вот сегодня прекрасный денечек. О! О!